на канале СКРД Offroad. И мы присутствуем на четвертом этапе Южного федерального округа по трофи-спринту в поселке Целина Ростовской области. Знаменитая трасса, легендарная, наверное, уже в каких-то кругах. Сегодня здесь будет проходить самая мощная гонка из самых топовых пилотов. Из Астраханской области, Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского, Кабардино-Балкария. КЧР, по-моему, не приехала, база, очень жаль, не получается у них. И мы, к сожалению, в ЮФО опять не получается у нас участвовать в Целине. Но для вас мы снимем это прекрасное видео, оно будет длинное, с ветром, с экшеном и так далее. Приятного просмотра, начинаем, стандарт уже готовится к старту. Техпарк, котлеты, Астрахань, Грозный. Toyota не знаю откуда, а в том году это УАЗик был зеленого цвета. Очень интересное исполнение фар, это если что, пары. Краснодарский край, Азов, Пушка, все здесь. Продолжаем гулять по техпарку, Нива открытая, это Нива на шестаре. Умка. Это очень неожиданно, что Семен решил приехать. Он говорил, далеко ездить не будет, но приехал. Очень рады его видеть. Тоже Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградский УАЗик, зубастик из Армавира здесь. Вот они, какие люди, блин. Все отлично. Котопес. Здравствуйте. Привет, блогерам, привет. Да, да, да. Делаем обход техпарка. Обход, пока они все красивые, чистенькие, все машины заводские. Заводские. Естественно, Целина, Серега, это, собственно, организатор сегодняшнего дня. Волгоградская, два Сашки, тоже волгоградская машина, очень много машин. Вот он теряется. Димон. Привет. Че, как настроение? Отлично, боевое настроение. Позитив, трасса класс. Ну, сказали, будет интересно. Техпарк обошли, посмотрели. Экипаж лютый. Евгений. Ну, не дави. Руслан. Че, как настроение, парни? Отлично и будет. Трасса уже знакомая. Да, да? Эта трасса нам знакомая. Удачи, парни. Порвите все. И Джокер здесь. Да. Резина у них модная. Вы же на другой были, да? Нет. На этой были, да? Че, как настрой? Машина как? С кайфом. Эти ребята просили показать. Здесь, получается, в категории стандарт разрешены блокировки. И 31-е колеса на УАЗиках. Здесь комфорсеры. Здесь Данлап. Здесь федералы. Димон, на чем едете? Здесь Нартек 540-й. Так, последнее приготовление. Тоже федералы. И здесь федералы. Здесь сафари 540-е. 540-е. Че, парни, как настроение? Газпол. Абсолютно. Ногами не путается. Будем. Я вообще в вас даже не сомневаюсь. Давайте, а то УАЗики надоели на первых местах. Надо наказывать. УАЗикам уже надо в другую категорию переходить. Обязательно. Все. Давайте аккуратно и желательно слабовым вернитесь, а то вы любите терять. А, у вас такой план сразу, да? Оп, и все. Я понял. Все, удачи. Огромное спасибо автоклубу Целина 4x4. Здесь всегда самая лучшая организация. Скорая, прям вот рядом с трассой. Много киосков, как еды. Сообщили судьи, осталась одна водичка, минута до старта. Мясо. Первая. Здесь экипажа, холодная водичка. Категория стандарт, экипаж 0.30. Я говорю уже, экипаж из Астрахани.
Стартовала категория стандарт. Первый поехал Серега из Астрахани. Экипаж Джокер 032. Таракан на старт. Едет хорошо. Пушка. Ох! Давай! Евгений с Русланом, лютый. Очередной экипаж, Кыш, волгоградские номера. Еще одна Нива из Краснодарского края, Сергей, пилот. Заключительный экипаж категории стандарт из КБР. Тоже парни едут очень хорошо. Лос Астрахань. Серега, получается, воткнулся, уступил место Джокеру, сдал назад, поменял траекторию и едет. Постоянно. Вот сегодня еще хороший экипаж. Идет быстро. Леха забрался на горку без проблем. Боком зашел в поворот. И большой длинный прогон по перемычке. Пушка громкая. И что же хорошая скорость. Леха прям сегодня на метле. Очень хорошо идет. Если присмотреться, то у Лютого чуть меньше темп. Заниженная раздатка, пары 3.9, сделанный мотор, ну, как сказать, там голова пиленная, но едет очень бодро. Догнал Серегу. Пушка сегодня заряжена максимально на победу. Тоже обгон. Таракан обходит Серегу. Серега, получается, стартовал первый, но уже как минимум проиграл сейчас позицию, а по времени, а то и две.
хочет уступить Джокеру. Обязательная остановка отсечки круга.
Очень большие скоростя, очень большой перегон. Вот видите, как кидает машину, ленточку порвал. Кыш. Порвал ленточку, не заметил. Скорее всего, будет пенализация. У таракана переднее левое колесо развалилось, подвеска не работает абсолютно. Леха борется с тараканом. Экипажа из КБР очень большие проблемы, нет полкрыла, скорости нет. По-моему, третий или четвертый круг у них. Леха по-прежнему борется с тараканом, никак не может его обогнать. По идее, должен на подъеме сейчас его сделать. Да, вот здесь, вот. Вот он обгон. Вот он, пошел. Скоростная гонка, очень много потерял Леха с Димой. Ну, рискнул, молодец. Не получилось, но пытался. Колеса в разные стороны, сошки нету. Видимо, где-то был удар. Итак, стандарт. Закончил свое выступление. Была быстрая гонка, минут 30-40. Как видели, были и поломки. Были обгоны, была трагедия, как всегда, драма. Пушка, как всегда, на последнем круге застряла. Очень жаль. Едут Серегу эвакуировать с Астрахани. В общем, было мощно, как и всегда в Целине. Сейчас будет обход трассы у Нивы открытой, а базы, к сожалению, сегодня нету. Но есть много других мощных экипажей. Давайте смотреть. Серега, УАЗик сила, да? А где ты шевик про вот это поменял на вот это? Хоть раз тебя шевик так подводил? Вот хоть раз ты на шевике не доезжал? А? Дан старт, категория Нива открытая. Первыми на трассу выезжает экипаж из Кабардино-Балкарии. 07 КБР, все мы их прекрасно уже знаем, видели, отправляются вдоль леса,
спокойно. Первое грязевое препятствие в камышах. К сожалению, скрываются из нашего вида, не видно. Экипаж Котопёс. Дима с Лёхой. Какая-то громкая у них машина сегодня. Тоже спокойно. Берегут автомобиль. Первый круг, так сказать, пристрелочный. Дальше будут уже насыпать. А трасса сложная. Скрываются в камышах, едут. Третий экипаж на трассе — волгоградские парни. О, КБР уже здесь. Получается, то препятствие проехали полностью своим ходом. Ни одной лебедки. Умка на трассе впервые. Дебютант этого года. Как в UFO, так и в принципе в спринте. Анапский экипаж. Семен и Симон. Тоже не торопясь. Сейчас будет водное препятствие, самое сложное, наверное. Все. Один корпус автомобиля. Остальное все нужно на лебедке. Поплыл Мартин. Очень большая глубина. Так, Волгоград встал. Лёха быстрее. Чуть дальше на корпус. Шеви из КБР. Так, два экипажа стоят в камышах, видно по крышам, на камеру, к сожалению, нет, видно Волгоград и Зеленая Сальска. Также нету, а вот Умка приближается. Такая же проблема была на битве титанов. Как только чувствовал воду, машина троила, но пока едет. Умка. Уже лебедился, видно по лебедке. Хорош! Я не знаю, да, по правой там я просто... Котопёс, открытый капот. КБР тоже стоит, но там лебедка сейчас поедет. Все, выехал, вырывается КБР. Больше никого не видим.
продолжаются старты. Очередной экипаж из Волгограда. Два Сашки. Поехали. У КБР тоже открытый капот. Что такое? Вот почему никто здесь не торопится особо, потому что гонка именно на выносливость. Очень сложная трасса. КБР. Открыт капот. Котопес. Перед рвом. Сразу Леха раскидывает лебедку, достает якорь и готовится к преодолению. Сразу и лебедку разматывает. Три экипажа только были на этом препятствии. Больше мы никого не видим. Серега. Новая траектория. Расширили трассу. В том году она была здесь, чтобы не было этой лужи. Так, Умка. Второй круг, единственный экипаж. И за ним получается зеленая Нива из Сальска. Мощный снаряд. Карлсон. Я вспомнил, как машину эту называют. Карлсон. Такая отсечка, конечно, Славик, ты молодец. Это перекрыто, смотри. Денис, стой, не влево, не влево. Аня, влево справа. Ходами. Ну, хотят поплавать. Хотят поплавать, плавайте. Тем более траектория уже закрыта. Экипаж из Волгограда. Целина на второй круг. Шевик также преследует. Какой-то.
начинает дымить в воде. Славик, открытый капот, конечно, такая отсечка, было нехорошо, машина этого не любит. Нет, все, завелись, все в порядке. Юра подсказывает. Так, крыша в камышах, не знаю, кто это. Пошел. Здесь неторопливая работа штурмана. Умка заканчивает второй круг. Здесь хотя бы есть зацеп. Да, легкая колея, как видите, здесь намного сложнее, очень глубоко. Шилка появился, давно не видно было. Опять троих. Хорошо идет сегодня машина. Последние два этапа не везло им. Выходили из строя привода передние. Экипаж из КБР очень-очень медленно. Саня, а куда ты плывешь? Что это? Налево надо. Куда хочешь. Прям по колее, прям по колее. Серега на сильверах, Умка на CST, проезжают одинаково.
том году тот ров проезжали своим ходом Абаза и Нива карачаевской породы, но нет. Траектория, видимо, занята, надо пройти туда. Шеви прошел. Волгоград стоит. Ай, как неприятно, Сергей, целина 4 на 4. Редуктор хрустит. Умка впереди, но хрустит редуктор. Вот они мощные. Чё? Салам алейкум. Вы откуда, парни? Из Кабардино-Балкарии. Болейте за своих, чё так медленно едут? Да не, потихоньку с результатом. Как это, из анекдота, да? Сейчас медленно спустимся с горы, да, да, да. И все стадо, точно, да? Точно. Торпеда, где УАЗик? Там. Все там же. Все там же. Без комментариев. Ланкинин Юра. Юра дуркует. Юра, да. Пробует со своим ходом. Нет, в этом году без шансов. КБР догоняет. Своим ходом выезжали. Опять проблемы с тягой, с мощностью КБР. Так, Шилка поехала. Экипаж из Волгограда с техническими отверстиями сброса воды в дверях. Колесико уж очень пустое. Я даже когда-то был штурманом в этой машине один раз. И ты работай давай, штурман. Тоже троит. В сторону выйти надо. Не троит, но
Был бы Абаза или Нива карачаевской породы, которые в том году здесь выезжали, еще бы можно было посмотреть. Пока никто своим ходом здесь не заехал. Умка, давай, накрут. Хорошо вытягивается лебедка. Отличный грунт для зацепа. Порвался трос на якоре. Симон, отлично, Умка выехала. Шевик. На Симаксах. Так, Шилка тоже без морды, только на заднем приводе. Удачи назад, еще не выйдет. Не, Леха уже готов вылазить. Вот сюда.
из Волгограда, не сделав ни одного круга, отлебедились назад. И давайте посмотрим, что у них произошло. А, закопали якорь. Хранить Целинского якоря в Целине бесценно, ебать. Ебать, вот это. Помогай, подтягивай его руками. Отлично, отличный целининский, целинский якорь. Вот, ровный. Воду. Что такое? И спокойно выезжает. Ну, кто на полном приводе. Туризм и спорт пойдет дальше и будет вот здесь проходить по воде. Вот здесь вот очень глубокая яма. Экипаж из Анапы, Умка. Так, ребят, заключительные круги Нивы открытой, минуты точнее. Вот, сложно сказать. Сейчас, конечно, все будет у вас на экране. Экипажи идут стабильно. Кто-то уже поломался, те встали. Те, кто идут на призовые места, они еще в гонке. Сейчас покажу там минуты, секунды, количество кругов и финишируют. Special for SKRD Offroad. Сломанный, nice. Железный колен, да, вот это вот, вот эти парни. Да, 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 да. Давай, ты на первом. Не-не-не, нормально. Умка пошел, подбили фару немножко ему. Мощные кавказские парни. Сложно. Что за херня?
там супчик варится. Если что. Есть такая херня, вентилятор называется. Она иногда помогает. Там исцелена. А что они вот тут? Ну, мы с ними пошлики. А, я понял. У нас машины под спринты, а тут ее заводят. В ориентировании ее тут занесло не туда. Второй год. Идет. Все нормально. Похуй на вешку, если что. Чуть-чуть левее пускай. Нормально. Так это же. Все нормально стоит. Плывет? Хорошо плывут. Да, понятно. Полосатых костюмов. Нет. Итак, ветер мешает. Я немножко переоделся. Попросили организаторы, чтобы был более виден на трассе. Итак, категория туризм. Серега Новиков выезжает в эту категорию, потому что он сейчас лидер чемпионата таблицы. И ему просто нужно выехать, сделать 2-3 круга на заднем приводе. Он едет, передний порвал, получается, в ней открытой. Просто финиширует, и будут у него какие-то очки за этот этап, чтобы не пропускать. Второй. На трассу экипаж выезжает. Вебер Элиста. Парни едут всегда спокойно. Очень красивая машина. Колеса бы побольше. Это Перец, а раньше машина называлась Зверь. Экипаж из Астрахани. Первый раз видим этот автомобиль. Посмотрим, как он будет себя вести на трассе. Toyota. Еще один элистинский УАЗик, трансформер. Давид Эмингьян. Тоже хорошо парни едут. Волгоградский УАЗик, видели вы в Староминской. Едут нормально. Ждем результата от них. Должны же они подняться на полку. Котопес! Ростов-на-Дону! Сразу после Нивы открытой в туризм. Шевик из КБР. Первое место в Ниве открытой по предварительным результатам. И сразу тоже в туризм. Молодцы. Приезжает первый на это препятствие на заднем приводе. Конечно, Нива раскатала это препятствие. Теперь это все время будет лебедиться, поэтому УАЗикам уже нужно будет выбирать другую траекторию. Его преследует Вепрь, и третий экипаж идет красный УАЗ. Других никого больше нет. Так, Вепрь принимает решение ехать рядом по новой траектории. Напомню, трасса основная проходила правее. Сразу сел. Сел. Отходите, закидаем. И все равно Нива первая выезжает. Длинная лебедка на красном УАЗике. Перец, да, как выяснили, называется автомобиль. Шевик выезжает на горку. Toyota.
УАЗик освобождает ему траекторию. Подъезжает Toyota из Астрахани. Очень интересно, как поедет этот автомобиль. Клиренс тоже не сильно большой, потому что спереди мост. Шеви с середины своим ходом. Пацаны тоже сегодня едут отлично. Toyota сразу села. И первым на второй круг уезжает Перчик. Давайте назвать его Перчик. Перец — это слишком некрасиво. Вот Перчик и встал. Волгоградский УАЗик, не успел я заснять этот момент, прыгнул довольно-таки сильно, два корпуса проехал, а дальше встал. Хорошо. Шеви поехал на второй круг. Здесь борьба. Вепрь как встал, вообще ни туда, ни сюда. Так, ну там, в принципе, между ними есть... Оп, неплохо. И на второй круг уходит Перчик.
стоит с лебежением назад. Как дела? Надо ехать. Я видел. Хорошо идет, хорошо прошел. Много. Хорошо, больше чем на корпус проехал, как трансформер стоял. Вдвоем сорвались и уехали. Элиста села на выходе, а Волгоград прорвался по правой колее. Прикольно. Это было интересно, но поздно включил. Thank you.
Подъезжает вепрь на второй свой круг. На первом кругу были проблемы. В принципе, УАЗики все до одного места доезжают примерно одинаково. Ребят, красный УАЗ стоит, что-то ждет. По-моему, у него гонка закончилась. Серега из Целины закончил свою гонку, как хотел, три круга для очков. Остальные все растянулись по трассе, едут в своем темпе. Вепрь едет, по-моему, трансформера давно не видел. Котопес потихонечку едет, там на четвертый, на пятый круг. В общем, намного дольше растянулась гонка. Ну, в смысле, за круг по времени, чем у Нивы. Ну, и Нива, конечно, трассу там подраскатали. В общем, ждем, получается, окончания полнейшего у туризма. И ждем спорт. А в спорте будет интересно. А в экстриме будет еще интереснее. Батайск, Ростовская область. Вторым на трассу выходит в категории спорт. Экипаж под номером 999. Борлаков Ахмат, Прокопов Илья, Ставрополь и Целина Нива. УАЗик на Кинкобре. Спокойно, на лайте. Вертикалочка, лебедка. Поехали. И пятый и шестой экипажи. Это вепрь и трансформер. Это элистинские экипажи, которые ехали в туризм. И едут всегда и в спорт. Вепрь сидит. Голубой прорвался. Ахмат заезжает на препятствие.
Даже корпуса не проехал. Только заехал, сразу встал. Так, Ахмат едет на лебедочке потихоньку. Нет, едет сам, лебедка просто воткнута. Встал. Пошел на лебедке. У Нальбея проблемы. Опять стреляет машина. То ли опять вода в бак попала, или опять... Где у него последний раз в форсунках была, да, блин? Так, видим УАЗик. УАЗика тоже проблема в воде. Троит немножечко, подпердывает, но едет. Большая вода всем доставила проблем, хлопот. Ну, доехал почти как и на Альби до этого места. Дальше лебедка. Сегодня это препятствие сложное, но такое скучное. Особо здесь экшена не происходит. Особой борьбы, там, драгрейсинга на лебедках тоже нету. Просто все технично, аккуратно проезжают его примерно за одно и то же время. С небольшими нюансами. Ну, сейчас 2-3 лебедки и выйдут. Бля, через стойку надо было. Он его не вывернет. Да, 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 да
Там он лебедится за дерево в эту сторону. Лучше накрыть. Справа, справа поехали. Серый, справа поехали. По-моему, справа это ошибка его. Глубоко, но по крайней мере нету вероятности опрокидывания. Альби сейчас будет вставиться, УАЗик вышел. Машина, парни! Все, на колеса. Молодец какой! Отлично, морду закинул, полдела сделано. Нальби пока не заводит. Так, ну голубой УАЗик тоже еще лебедится, хотя там порвал трос. Вот вам и грязь. А вепрь выезжает. Нальби будет лебедиться за дерево. Влево руль! Нальби встал на 4 колеса. Не зря поменял аккумулятор на более мощный. Нальби завелся без проблем, даже дыма нет. Хороший знак, что масло не попало в камеру сгорания. Отлично. Смотрите, какой там аккумулятор. Просто гигантский. Ну, курозащитку, за дерево лебедились, не смог преодолеть ступеньку. Давай, чуть-чуть.
пошел назад. Трансформер тоже выехал. Нальби готовится к подъему. Получается, конец троса закреплен за передок, и через блок, через шакл, получается, работает в двойном усилии. Ахмат подъезжает на второй круг. Конкурентов за ним ближайших нет. Большое преимущество. Утонул? Компрессор, говорю. Утонул он? Он с той стороны? А, просто? Не качает. Предохранитель. Не-не, шланг оторвался. А. Работают штурманы на всех ногах, руках, зубами. Нальби.
Сергей разбирается с проблемами. Время есть. Здесь у нас закопан якорь от УАЗика с красной эмблемой. Видимо, нету. Зарядки. Без блокировки колес. Слишком низко трос, надо было дальше его лебедить, чтобы угол был другой. И поэтому он сейчас морду тащит вниз. Но идет. Ребятки, спасибо, что досмотрели до этого момента. Это только категория спорт. Это уже по-любому за час видео перевалило давно. Но ждем, ждем. Так, на второй круг приезжает вепрь. Ну, до второго круга да еще доехать, конечно, надо, но тем не менее. И за бугром у нас голубой УАЗик с Нальбием в воде. Блокировок идет. Компрессор отказал, поэтому на трех колесах, на двух вообще выехал. Ребята, напоминаю, что камера и видео никогда не передает реальный угол. Здесь намного больше, чем вам кажется. Машина практически висит на трассу. Но это еще траектория легенькая, а вот эти пожестче.
на опыте, потихонечку. Ух ты! Грязью закидай! Грязью закидай! Пацаны! Грязью, грязью! Шторм первый выезжает на трассу, вторая машина, прототип Грозный Назар. И так хотелось, но надо было все-таки лево ехать, он бы проехал. Немножко смеркается уже. И Назар. Раскидав килограммы грязи, проезжает. Астраханский экипаж. Он же Краб, он же Жога. РБ-25, по-моему, да? 26 под капотом. Турбовый. И... Краб проезжает это препятствие. И всеми любимый Bumblebee. В-12 от Toyota, тоже бортовые портальные мосты. Как и у всех, в принципе, наверное. А, ну кроме шторма. И без проблем проезжает это препятствие. Экипаж Казбек. Мы этот автомобиль видели на февральских окнах в ориентировании. Не увидел, штурман опять девушка у него или все-таки парень. Девушке, наверное, будет сложно в трофи, в спринте. Поехал по траектории шторма и проехал без проблем. Бамблби. Идет. Давай. Погружение вниз. Нет, не прошел. И заглох. Нет, не заглох. Так, на фоне Bumblebee проезжает Краб, не торопясь. С фонарями едет Назар. Сейчас будет интересно. А там очень злая траектория. Нет, прошел. Идет, цепляясь правой стороной за целину. Очень мощно. Thank you.
Не знаю, какие у него 40-е колеса трактора, но они полностью под водой. А как вы помните, в начале дня здесь Нивы проезжали своим ходом. Идет на крайнем месте, замыкающий. Эта грязь ему не дается. Назар объезжает. Лебедка висит нехорошо. Вот сейчас будет интересно. Только что Бамблби обогнал краба. И получается, глубоко сел. Там еще догоняет шторм, краб рискует. Не выезжает. Нет, встал, прилип на мост. Бамблби прилип конкретно, еще Юра якорь не может достать. Лебедка еще заклинила. Заживала лебедку. Отдала. Ну, неплохо. Итак, краб уехал, Бамблби остался. Штурман догоняет краба. Шторм. Ну, неплохо, на самом деле неплохо проехал. Это будет очень интересно. И все. Вот старая яма. Видите, какой там груз заиленный? То есть, если здесь еще был твердый, и они заезжали хотя бы на корпус, он просто воткнулся. Сайдамид. Это пилот Шевика. Мы видели на первом этапе СКФО. Видео имеется. Ссылочка сверху появится, подсказка. Да, вот это залип. Как трасса, Назар? Как трасса? Паш.
пошел, зацепился якорь, и сразу автомобиль. Ох, какая колея после него остается. Все. Бамблби. Получится. Левее, 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 левее. И тоже движение к центру земли. Не, упирается в ступеньку. Бамблби нарыл, сидел здесь. Краб намного медленнее. Перевернул. Нормально, живы. Ого. Ручная сила. Прототип на колесах. А, сейчас туда уходит, ее надо лебедкой. Сайдамит, стой, стой, стой! Ему ж надо вылезти. Молодцы. Сам как? Бывало и хуже. Бывало? Ничего себе. Итак. Заключительный проезд Бамблби с поворотником. Грозный после переворота выбыл. Ничего себе, как в аккураточку Бамблби по краешку.
прошел. Все, ребят, гонки окончены. Целина, как всегда, порадовала хорошим кворумом, мощным. Не совсем большим, то есть не рекордным, но тем не менее все топовые пилоты, топовые машины ехали, как всегда, достойно. Вот, ребят, видео определенно огромное. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Опять же, повторюсь, подходите на этапе, здороваетесь, респектуете. Это очень приятно. Все, ребят, спасибо за просмотр. Оставайтесь на нашем канале SKRD Offroad. Здесь много интересного. 24 июня этап Краснодарского края, где, я надеюсь, мы будем участвовать. Всем спасибо и пока. Торпеда!